На стадионе «Волгоград-Арена» состоялся последний матч сезона первенства России по футболу среди команд второй лиги. В гости к «Ротору» пожаловала команда «Кубань-Холдинг», представляющая станицу Павловскую Краснодарского края. Волгоградцы с первых минут матча прибрали мяч к своим ногам. И это принесло свои плоды. Игрок хозяев Данил Пелих ворвался в штрафную соперника и нанес опасный удар по воротам. Однако отличиться ему не удалось. Гости огрызались больше в ходе контратак. На 29-й минуте «Кубань-Холдинг» могла открыть счет в матче, однако «Ротор» спас капитан команды Сергей Зуйков, заблокировавший удар. Несмотря на обилие моментов, голов в первом тайме не случилось. Два разных тайма. Мы прекрасно понимали, что такое «Ротор», особенно у себя дома. Вот. Контроль мяча, первый тайм, если брать, контроль мяча в большей степени был за «Ротором», но это было, в принципе, запланировано, будем говорить, нами. Мы старались не дать зон сзади, за спиной, поэтому чуть ниже садились, уплотнялись, чтобы игроки, мобильные, быстрые игроки волгоградского «Ротора» не имели зон для того, чтобы выбегать, убегать. На второй тайм «Ротор» вышел явно заряженным. Уже на 46-й минуте игрок синих-голубых Данил Пелих дальним ударом открыл счет в матче. После забитого гола скорее «Ротор» мог забить еще несколько мячей, нежели «Кубань-Холдинг» могла отыграться. В итоге волгоградцы довели дело до победы. Я хочу поздравить команду с победой, с хорошим сезоном, на самом деле. Хорошая команда, хороший сезон все-таки. Второе место. Хочу пожелать удачи вот в этой золотой лиге, как говорится, чтобы решили задачу в следующем сезоне. Потому что этот город должен иметь премьер-лигу. Наставник гостей слегка поторопился. Команда «Чайка» выиграла свой матч и заняла второе место в итоговой таблице. «Ротор» же стал третьим, но сути это не меняет. Верим, что в следующем сезоне волгоградский «Ротор» улучшит свои результаты. Игорь Ячмёв, Мария и Вадим Шабановы, телеканал «Волгоград-1».